даже не читая книги, я уже могу сказать, что ну, это потрясающий спектакль, потому что тот опыт, который вот, ну, я сейчас просмотрела только первую часть, как бы вот, те вопросы, те ситуации, с которыми сталкивается главный герой, я буквально вот недавно их переживала, ну, то есть там даже, там, начиная от того, что там, как там, денег нет, и заканчивая тем, что там нужно резко что-то менять, делать очень такие, ну, жизненные повороты, принимать решения, там, очень мне понравилась фраза, как же он там сказал, главное не сила удара, а точность. И мне кажется, ну, этот спектакль, он наводит на правильное размышление, на то, что действительно важно в жизни, что имеет ценность на самом деле. Этот, кстати, про опоздание. Да-да-да. Я тоже так сейчас это переосмысливаю. Я раньше, например, я очень много опаздывала, вот, и как бы постепенно, да, я стала думать, что почему я опаздываю, вот, что если я опаздываю, значит, я кого-то не уважаю, ну, того человека, к которому я иду навстречу. Если я не уважаю этого человека, значит, я не уважаю себя, значит, я не понимаю, значит, может быть, чего-то, то есть какое-то состояние неопределенности, то есть как бы нет азарта, что нужно как бы идти на эту встречу, нет желания, может быть, какого-то подспудного, вот. Я сейчас не говорю про какие-то там форс-мажорные обстоятельства, хотя, ну, действительно, и пробки там, все бывает в нашей жизни, ну, вот. Я имею в виду желание идти на эту встречу, идти к этому человеку или идти на это мероприятие. Вот. Очень убедительно, вообще 5 баллов. Очень классно доносит мысль, очень все читается очень внятно.